могли убрать хотя бы возле тех домов, в которых они живут. В то же самое время 2 июня утречком к вам приехали представители департамента, подошел депутат, ваш профсоюзный комитет, и мы провели там быстренько совещание по проблемам некачественного выполнения услуги с содержания домов. Насколько мы поняли, на тот день, когда мы были у вас, никто не мог внятно сказать, кто является исполняющим обязанностью. Господин Дьяков отпихивался руками и ногами, финансового директора не было, никто внятно не мог ответить. При условии, что в департамент начали идти ходоки ко мне на прием и рассказывать о том, что им с апреля месяца не платят зарплату. И платят зарплату самое страшное, самому незащищенному, понимаете, контингенту, это дворники, дворовые рабочие, это слесаря. Ну, поверьте, это довольно-таки взрослый район города, многоэтажные дома. И то, что у вас останется там 2 слесаря и 2 дворовых работника, ну, нас никак не устраивает. Поэтому, пожалуйста.